«Автодор» продолжает внедрять экспериментальную разметку на федеральных трассах. Таким образом, госкомпания отмечает, что повысится безопасность движения автомобилей. Среди регионов, которые затронуло нововведение, и Тверская область. У нас это 292-й километр трассы М-11 в сторону Петербурга. Как известно, на скоростных магистралях нет пересечений с другими дорогами в одном уровне. Встречные потоки разделены, поэтому большая часть происходивших ДТП – это попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции. Нанесение такой разметки в виде шевронов или стрелок надолго должно помочь снижению аварийности и повышению безопасности движения. Расстояние между стрелками колеблется от 55 до 65 метров. При применении на участках с повышенным скоростным режимом либо 110 км в час, либо автомагистрали, это от 55 метров, и на скоростных дорогах до 130 км, это около 65 метров. Самое главное, чтобы водитель, едущий в автомобиле, видел две стрелки. Этого расстояния будет достаточно для того, чтобы на максимальной предельной скорости остановить беспрепятственное транспортное средство.